Хочу показать тут возле одного дома у нас в Потеряевке. Скотина ходит. И вот кусты наклонились, вот отломанные, мешают. Никогда не отпилят, не уберут, вот все под ногами валяется. Я приезжаю и начинаю их, как говорят, стропалить. Ну как вот она на уровне прямо здесь. Вот. Чтобы пройти, я должен ее отвернуть куда-то. Здесь вот иду. Дальше что-то у человека тут растет. Ну, то его дело, что растет. Ну, через забор, вот она какая. Скотина идет на уровне глаз, глаз выткнет. Никаких, никогда. Ничего, ни одного движения не сделает. Как это, нормально разве? Вот лежу, сейчас покажу. Я вложил огромный капитал в эту дорогу. Целю. Прихожу, уже раскопал. Опять же он. Раскопал, ему надо вложить туда трубу, шланг. Ну, бывает, что нужно. Но нужно заделать. Нет, вот она видно, желтая. Куда делся гравий, щебень? А он и не подумал даже. Ушел куда. Вот оно как идет. Дальше труба. Хорошая труба. Заложил. Все, идет, качается из этого озера. Это озеро я с братом Павлом наняли два бульдозера. Скорченные пришли. Вот здесь теперь и выемка. Она еще не утрамбована, ничего давит. Насыпать гравий нет. Вот рядом это, ну как пруд, озеро сказать. Мы тут вложили много. Росли здесь деревья, 17 больших деревьев. Я по ночам, кто бы ни приехали гости, я уже стараюсь их мобилизовать. Вот он, шланг идет отсюда. Вот она купались раньше. И что, делает как? Нет. Взял вот я ножовку, пришел, и теперь сам буду все опять выпиливать. Пришли из церкви, поужинал. Ну и пока кто как себя. Вот теперь начинаю сейчас все делать. Где нужно кирпичи битые на тележке возить, залепливать. Не то что пальцем, а даже нюхом не повернуть сделать. Как так можно жить? Там где-то шланг проводят, качать точно так же. Выкопал, положил в него. Ну, чтобы коровы не запнулись, не утащили. Прилопатил, приложил. Ну, осенью выдернул и все, на этом конец. И так прыгаю на велосипеде целый год. Вот так, сейчас буду пилить. Ну, вот теперь посмотри. Вот видно только белое, где отпилено. Одной ножовкой. Ну, полчаса потратил, не больше. Все, вот сколько отпилено. Посмотри, тут десятки. Все это в кучу. Потом можем увезти. Там он сколько набросал. Повторяю, за полчаса. Конечно, спотел. Вон сколько. А, какие кучи отброшены. Он белый, где-то все спилено. И здесь это черемуха. Вот теперь коровам проход. И людям проход. Вот она какая куча получилась. Вот сколько отпилить пришлось. Вот. Дальше видно. Все, простор. Как можно это не делать, не знаю. Как говорят, в разведку не пойдешь с человеком. Брюки гладят, стрелки наводят. А здесь как стрелы по обрубленной ветви в глаза тычут. Ну, с этой стороны голубятня моя. А там голуби, я не выпускаю своих. Они привыкли питаться, вон они. Придется выпускать теперь тех, чтобы эти залетели, поили.